Добрый вечер. Мы рады видеть всех вас. На улице метель, а здесь теплая атмосфера. Мы хотим сегодня сыграть такой маленький квартирник, расширенный до малого зала этого уютного клуба. Мы давно с вами не виделись, но будем надеяться, что это общение будет взаимоприятным. Вот. Мы сразу, я хочу предупредить, мы сегодня будем такое совершать постоянное путешествие во времени. Будем играть и песни, которые выпущены на нашем последнем альбомчике на данный момент. И будем часто возвращаться в прошлое, в 80-е годы, тем более сейчас, как это не смешно, как бы как раз вот на днях исполняется довольно странный юбилей. 33 года назад был записан альбом «Крематорий 2». Ну и мы поиграем песни и оттуда тоже, конечно, обязательно. Вот. Ну а теперь мы хотели бы начать. Я буду немножко рассказывать про те песни, которые мы будем играть. Ну, сейчас потихонечку будем начинать. Сюда сядьте, на ухо вставай, сидите прямо. Она впервые прозвучала в 1987 году на фестивале, исполнила ее группа «Крематорий». И на этом фестивале была исполнена еще одна песня, которая называлась, впервые тоже была исполнена, песня называлась «Ты вошла». Thank you.
ухожу в замен, но я устал, стал спокоен, свободен, как ты. И уже никого не хочу обгонять, но сломала мне в руку кулацкий обрез. Предлагала напасть на соседний подъезд, а я за час до рождения разучился стрелять. И так слаб, что не могу даже спичку поднять. И я сама не устойчивость, а ты ставишь столбы, и мне безразличны все те, с кем ты на вы. Когда я в общем против, все же устроить свой путь. Я, как и ты, обожаю комфорт и уют, и не люблю, когда мне на ботинки плюют. Так ты бежишь, беги, я, пожалуй, останусь тут. Что мы победим без труда, и лишь мой камень лежачий не омоет вода. И если я не хочу вскоре выйти в тираж, мне пора прекращать мой сплошной саботаж. Но я опять преспокойно улегся в кровать, ну а ты, взяв винтовку, пошла воевать. Но я-то знаю, что ты проиграешь войне, так как я лежу не на твоей стороне. Ведь я сама неустойчивость, а ты ставишь столбы, и мне безразлично те, с кем ты на вы. Хотя я в общем и против, что же устроить свой быт. Я, как и ты, обожаю комфорт и уют, и не люблю, когда мне подло в спину плюют. Как ты бежишь, беги, я, пожалуй, останусь тут. Хотели бы спеть песенку, которая открывала наш последний на сегодняшний день альбом. Раз. Он назывался альбом «Простые песни». Ну и открывающая песня так и называлась. «Простая песня». Собрал своих друзей.
21 веку. Следующая песенка называется «Мир». И два слова хотел сказать про нее. Дело в том, что в нынешние времена как бы популярно создавать виртуальные миры. Вот если вам будут слышны слова этой песни, постарайтесь подумать о том, не кто, какие миры мы создали, а что мы за них и ответственность тоже несем. Итак, песня называется «Мир». Мой голос ничего не знает.
Спасибо. Следующая песня называется «Байкер». И у нее есть маленькая предыстория. Дело в том, что иногда вечерами я гуляю с собакой в районе Арбата, и так бывает, что проносятся мотоциклисты, красивые, обвешанные всевозможными огоньками, в касках, там, в общем, короче говоря, целая дискотека проезжает. И однажды вот этот вот проехавший мотоциклист, музыка, которая у него играла, оказалась музыкой одной из моих песен, и как бы вот этот момент толкнул на размышления, и появилась песня «Байкер». Thank you.
остался. Спасибо. В 1984 году два молодых человека решили записать альбом, и они сделали это, назвали свою группу «Крематорий», а альбом назвали «Винные мемуары». Я хочу вам исполнить песню, которая дала этому альбому, она так и называется «Винные мемуары». Крепость.
конец. Пусть кто-то идет неизвестной тропой, а мне в этой жизни дороже покой. Пусть всех вас согреет свет ясного дня. Yeah.
кишит проклятый муравейник. Быть или не быть, не думает без денег, созерцая бессмысленно жизнь, а он, как странный сон. Слезы, что пролиты, про чистую любовь, во власти слов избитых, терявших ученики за простоты и суеты. И лишь на гребне ты волны, ты вдруг понял все, что мы знать бы вечно должны. Еще одну новую песню, которая называется «Игра». И как это не смешно, сегодня я без объяснений хочу посвятить ее своей дочке Василисе. Ночь и вчера стал седым.
друзья, встречались враги, порой и враги превращались в друзей. Но только с какой вставал ты ноги, опять пополнялся твой личный музей. В нем полный комплект тобою придуманных лиц. Грустная песня о глубокой и безраздельной любви. Моя бывшая подруга сейчас растолстела, сидит дома, варит борщ, чтобы их мужу трусы, и прячет в мятом халате рыхлое тело. Украдкой зеркало бреет усы, да-да, бреет усы. Ее тучный муж вонзил свой взгляд в телевизор. Он только ест или спит, или смотрит в окно, и жиром забрызган его теплый свитер. А взгляд безразличен, захвачен давно, очень давно. Он вечером сидит за столиком в кухне, чавкой будет жевать бутерброд с колбасой. В тарелку с гарниром пикируют мухи, и он их лениво отгоняет рукой, отгоняет рукой. Но ночь пришла, и прошарка в тапками, вы ложитесь в кровать и гасите свет. И он долго будет мять тебя путными лапами, изображая страсти, которых уж нет, которых уж нет. Ботинки и галстук наденет сорочку, и придете ко мне. Ты будешь скромно молчать, а он громко хвастать, как много счастья в вашей семье, о, в вашей семье. А потом, прощаясь и выходя из квартиры, ты, улучив момент, украдкой поцелуешь меня. Не смогу вспомнить прежней тебя, прежней тебя. Композиции, не знаю, делятся на песни и на истории. Вот это была история. Сейчас хотим вам предложить еще одну историю. Она называется «Я встретил тебя».
прямо случайно в забитом народом метро. С тобою с тех пор мы уже не встречались, как кончилась наша любовь. О, сколько моих песен отзвучало с расставания дня. И раньше ты меня от всех отличала, а теперь не узнала меня. Но мне дорога была эта встреча, и я подошел к тебе. Ни к чему вести слишком долгие речи, сказал лишь: заедем ко мне. Всего лишь мгновенье ты колебалась, не сходя с меня карих глаз. Но ты всегда со мной соглашалась, согласилась и в этот раз. Мы не скоро добрались до моей квартиры, и в дороге молчала ты. И шагнув за порог в царство сна и пыли, ты поставила в банку цветы. А потом, посмотрев на часы, ты сказала всем: я с мужем иду в кино. Тем событиям, которые происходят в жизни каждого из нас, когда звонит телефон, и кто-то начинает что-то говорить, а мы не знаем, кто это звонит, а он иногда молчит, или она, и, в общем, единственная просьба сделать поправку на ветер, в том смысле, что это была песня, написана тогда, когда мобильных телефонов еще не было. Итак, «Крематорий 2», песня называется «Житейская смерть». Yeah.
нажал на курок и пустил себе блок все 8 пуль. И когда душа моя в рай взлетала, то сквозь предметы смогла посмотреть. И я увидел соседку, что меня доконала, чтоб жил площадь мою заиметь. Массовка. Круто. Сложное будет произведение для танцев, но если сможете, вперед. Мне говорят, белый танец. Следующая песня называется «Пророк». Кто же выиграл, кто в яме, или тот, кто выиграл яму?
следующее произведение мы не могли не исполнить, поскольку знали, что будем выступать, как это говорили в социалистические времена, в предприятии общепита. А следующее произведение как раз посвящено работнику общепита и называется «Реквием барменша». Представьте, тихий зал, как сейчас звучит преджазованная музыка, и девушка стоит за стойкой. Все равно все пьяны, и никто не поймет. Ты для них механизм для разлива, который верит, что он еще и живет. Каждый день тебе надо на работу успеть, чтоб потом целый вечер в рожи пьяным глядеть и дуреть, задыхаясь в табачном дыму, и лишь месяц в году дышаться в Крыму. У тебя куча шмоток, но куда их надеть? Все равно только пьянь будет в баре глазеть, а ты глохнешь от звуков металлических групп. У тебя есть клиенты, нет друзей и подруг. Наконец бар пустеет, люди сыты игрой, все ушли, пред тобой лишь бутылочный строй. Стойка снова блестит, стерт и брызги вина. Захватив свои домой ты спешишь, совершенно одна. Возвращаешься поздно, когда муж уже спит. Хорошо, если трезвый и приличный на вид. Он давно много пьет, но тебе наплевать. Слишком много поймет, если кончит вливать. Утром по магазинам пугов хватит рук, за спиной шепотки и сплетни с пыльных старух. Алкаши в гастрономе пугают народ. Один скажет громко другому: глянь-ка, стерва из бара идет. Чего же ты ждешь? Ты стареешь и гаснешь меж подвыпивших рож. Твоя жизнь произошла 1.70 рост, и сменила тебя, заступив на твой пост. Она стоит за стойкой и наливая компот. Вот вроде компот. Все равно все пьяны, и никто не поймет. Ты для них механизм. И живет. Ведь каждый верит, что он еще и живет. Прошу прощения, автор слишком много слов написал, поэтому я где-то там не успевал за его мыслями. Еще одна песня, которая такая история опять жизненная. Она посвящается взаимоотношениям художника и обыденности окружающей, которая чаще всего художника не понимает. Поэтому у нас есть песня, которая называется «Быт и гитара». Ты говоришь мне, что я очень ленив, что от жизни не взял никогда ничего. Знаю, что это
чистый, воды вранье. Мне просто не нужно чужого, и я не знаю, где взять свое. По утрам все бегут кто куда, и всем нужно что-то еще.
все наши мечты унесли, мы проспали. И вот мы голые идем с твоим по улице вдвоем. Пойми, скорее, мой друг, нас обокрали. Ты хочешь кричать, но не будешь услышан. Лишь тени живут здесь, в подвалах на крышах. Ты самый страшный из пустыни, не торопись, чуть-чуть остыни, не кричи. Не будешь ты услышан. Ты помнишь, мы крылья приделали сами. И нужно ведь было понять, что к нам. А их хоть с оборванными парусами спокойно осмотримся по сторонам. Глядим на балконе семейство врагов, как чинно они поглощают облет. Но кто мог поверить, что здесь была драка, за очередь первым войти в туалет. А в этой квартире и утром все пьяные, здесь три мужское сидит много лет. Портвей здравый выпит, коньяк достан, и будет опять продолжаться банкет. А в этой квартире хозяйка с подносом, здесь утренний кофе разносит в постель. А муж этой дамы с рогами и с носом, он в отпуск уехал на пару недель. А вот старушки по двое, по трое, уставшие от жизни, хватают от солнца и спутников зеркала. Только кривой газон и шарлизон, они знают, где хочешь кричать? Пожалей свои связки, не будешь услышан. Скорей свистнет рак, ведь только в прочитанной в юности сказке на помощь приходит какой-то дурак. Попробуй ответить, чего же мы ждали от этого мира? Бессмысленный глаз, ведь это они, пока мы крепко спали, без всякой причины украли все лучше нас. На всякие там события, которые происходят в окружающем рок-мире. Но в этом году чертовски было приятно, что вышел такой сборник фирмы «Союз». Ну, что-то такое, типа, лучшие рок-песни чего-то там, не знаю, не помню чего. Ну, и было приятно, что туда взяли одну нашу песню. Более того, эта песня завершала этот сборник. И также она завершала наш последний альбом «Простые песни», а называется эта песня «Река».
слезы лить посреди зимы. Ни к чему весь мир винить, виноваты мы. Уплывает прошлое дальним берегам. Ничего хорошего все хорошее подходит к концу. И мы хотим исполнить последние песни, которые так и называются. Все кончается. We'll be right back.
сегодня.